Chile. Это видео! Кофе, капучино. Все бесплатно. Пейте всю ночь. Туалет у нас большой. Выливайте. Вон. Кому надо наушники, тоже можете получить. Можем дать. Первая остановка — российская граница. Российская граница три раза будет вас тревожить. Рано подъем! Ребята, здесь рижские светки. Мы пойдем по светкам. Пришел. Hey guys, yep. Мы приехали в Чебоксары на тренировку по паркуру. Джем! А джем. И с Йошкар-Олы автостопом приехали в Чебоксары примерно на 40 минут. По пути сюда мы три раза чуть не попали в аварию, но все хорошо. И я даже в какой-то момент приготовился к тому, что с нами что-то случится, и мы просто вылетим через стекло. Но все обошлось. Чувак топил 200 км в час, мы долетели за 40 минут. 200 км в час стабильно ехал мужик. А сейчас мы в Чебоксарах. Будем сегодня тренироваться в батутном парке «Транспорт». Сейчас я нахожусь в машине канала «Россия», и с этим каналом мы сейчас будем снимать постанову. Кирюха стоит планочку. 3 минуты 56, 7 секунд. Кирюх, все. Кладемся? Сколько? 4, 5, 6. До 30 секунд. Давай. Кто-то меня снимает, я даже не знаю кто, что за хрень. What the f... Камера наблюдения какая-то. Можно так за людьми сидеть. GoPro ставить в какой-нибудь месте. Business is not the
Я же говорю, 100. Блядь! Что, Дима, как дела? Нормально. Бля, я сразу не чувствую. Бля, ё поношу. Ща, блин, бля, ёбаный ты стыд, сука, посрал. Начали. Давай. Да поближе подойди. Двумя руками ебаш. Бля! Ёбаный! Сейчас, блядь, запиликают пацаны, отвечают, бля. Пизда! Бля. В общем, взорвали аккумулятор в техникуме. И теперь на первом этаже везде воняет дымом, паленым аккумулятором. Я пока предысторию расскажу. Сейчас, короче, возможно, что Кирилл уничтожится. И вы больше не узнаете Кирилла Джета. Возможно, это его последний пресмертный видос. Но я, пожалуй, сниму. Блин. Давай. О, нихуя себе! Молодец. О! Ты заебал, блядь, покажи. Сейчас. Снима! Кирилл, пидор. Мне кажется, он очень напряжется сейчас. Расстроился. Пошло! Oh!
Пиздец, она орёт, нахуй. Чё это тут такое интересно происходит? Поздравили Дениса с днем рождения, и ему попало по лицу членами. Ты кто? Ты что там делаешь? Нихуя, ты что там нашел? Коляску? Сейчас до дома поедем. Да? В сторону ринзавода не подбросите. Садись. Йоу. Опа. Пиздец. Нахуй. У меня чуть мост не треснул. Сзади машина. Отец вышел в город вещать. Надо было слушать. Хуйня, хуйня. Лучше будет. Буль-буль, бля. Чё, Ван, как дела? Давай, давай. Меня спрашивают.